Пес. Вов. Понятно. О, точно. Теперь понятно. Видишь? Зараженный перепрыгнул ограду. Значит, и мы там пройдем. А почему не слышно выстрелов? Я не знаю, что происходит. Ладно, закончили.
Этот свежий. И у него тоже нашивка с псом. Бензин захапали, а унести-то не смогли. Ну так и хорошо. Если этих гнид, убивших Джоэла, загрызли какие-то зараженные, то они все равно сдохли, Элли. Только это не расплата. Пока мы здесь, надо заодно набрать припасов. Его застрелили. Ты его узнаешь? Нет. Может, их кто-то другой убил, а зараженные пришли потом. Эй, я нашла их бензин. Ну, если понадобится еще, мы знаем, где взять. Этого я тоже не узнаю. Черт. Что тут произошло? Это все Томми. Это? Кошмар.
Да, точно он. Этот один из убийц Джоэла. Черт, здесь еще один лежит. Я его не знаю. Он проверял их на вранье. Как? Джоэл мне рассказывал. Ты задаешь одному вопрос, но ответ он должен написать. Спрашиваешь другого. И если ответ совпал, значит правда. А нет... Убиваешь. Да. Восток один. Еще один код? Похоже на то. Тела теплые, Элли. Он еще близко. Да. Пошли. Здесь можно выйти. Может, догоним Томми. Ага. Ты говорила, что у Томми была тяжелая жизнь, но... Черт. Да. Ты как? Это было мерзко. Я не хочу, чтобы ты плохо думала Элли, о Томми. Если бы мне попались убийцы моей сестры, им было бы хуже. Я тебя понимаю. Легко и просто. Но вопрос в том, что нам это дает. Давай поищем убежище и разобьем лагерь. Лучше бы где-нибудь повыше, чтобы был хороший обзор. Хорошая идея. Ладно. Давай искать незапертый дом. Желательно без зараженных. И вов. Псов. Пофиг. У меня остались те ништяки с миндалем, если хочешь. Нет, спасибо. Тебе надо поесть. Господи. Что? Я превращаюсь в свою маму. Не волнуйся.
Не думал, что мы еще раз увидимся. Как ты нас нашла? Спросила, где тот придурок с порезанным лицом. Смешно. Сколько вас всего? Только двое? Нас не остановить. Джордан! Тебе сказали искать вторую. Почему ты здесь? Помнишь того контрабандиста в Джексоне? Ну? Эта девчонка там была. Что? Они теперь мстят. Поэтому Ника так покромсали. Надо отвезти ее к Айзеку и объяснить ему, что тут происходит. Да, но я только что говорил с ним по рации. У нас новый приказ. Убивать нарушителей. Погоди, постой, постой, это же бред какой-то. Это прямой приказ. Нет, давай допросим ее, выясним, что она знает. Да насрать на это все. Ты видел, что она сделала. Да ты же понятия не имеешь, сколько их тут может быть. А вдруг это мне засада, все равно, Майк? Мне сколько их. Мы найдем их и убьем. Ты можешь хоть на секундочку свои мозги... Джордан, иди ты нахер. Я... Дина! Дина! Слышали? Смотри, она с ними. Пойдем, потом посмотришь. На той карте была телестанция? Я помню, что ли. Пойдем. Элли, ну! Сколько их, по-твоему? Много. Надо выбираться отсюда. Они где-то здесь.
Обходи их! Она пуста! Элли, наверху! Там еще! Это нарушитель! Не дадим ей свалить! Твою мать! Вперед! Понял!
Смотри-ка сюда. Кто там у нас? Есть кто-то? Элли, ложись. Нет. Где патруль Адриены? Чёрт! Эй, вы двое! Она от нас ушла! Что? Что-нибудь видно? Нет. Проверить крышу. Я гляну, что здесь. А, она точно не на улице? Точно? Как она могла туда залезть? Не знаю. А остальные тут? Грег пошел в Capitol Hill. Он приведет ребят, должны быть уже на подходе. Что-нибудь видишь? Здесь никого. Дурная затея. Мэгги? Схожу гляну, что там. Прикрываю. Думаешь, это все? Даже выяснять не хочу.
А если там? Попробуем. Надо валить отсюда. Срочно. Как-то же ведь можно спуститься на улицу. Получилось. Теперь ты. Надо выйти на улицу. Вроде никого. Ага. Похоже, порядок. Так, вот, посмотри. Одна из них. Ну и пошла она. Читай письмо. Джордан, Айзек на 2 недели разместил нас на телестанции. Неподалеку видели шрамов. Надеюсь, вот это тебя подбодрит, Лия. Телестанция. Думаешь, она еще там? Не узнаем, пока не проверим. Так. Рядом с этими высотками. Нам туда.
Ладно. Найдем эту Лию. Я думала, мне точно кранты. Спасибо за помощь, кстати. Не за что. Так это и есть псы. Арсенал у них серьезный. Не то слово. Ты ожидала, что их тут будет так много? Томми меня предупреждал. И как, ты не передумала? Нет. Нарваться бы на патруль. Уже не раз пытались меня выкурить. Сколько? Видела два, но их наверняка больше. И когда до них дойдет, что мы выбрались... И поубивали их друзей? За нами ринется вся орава. Это ж надо было так, из-под тишка. Они не такие, как мы. А вдруг мы беженцы? Вдруг мы, ну, знаем что-то важное? Видимо, их это не волнует. Как думаешь, в этих домах что-нибудь осталось? Всегда что-нибудь дозаваляется. Дина, свежая кровь. Я готова. Thank you.
И у меня. Я вот чего не могу понять. Почему они не убили вас с Томми, когда был шанс? Не знаю. Это неразумно. Может, они тупые. Может... Что? Может, просто вы не те, кого они искали? Вот вас и отпустили. Только они нас так отделали. Этот Джордан мне лицо разбил. Да, но почему они не довели дело... Уже не важно. Они облажались. Да уж. Как звали эту девчонку в записке? Ту на телестанции. Лия. Это та, которая... та, которая с косой? Нет. И я помню только, как она рыдала рядом с тем садистом, когда я рожу ему порезала. О, зацени. Сиэтл сменил одного диктатора на другого. Как думаешь, давно это тут? Пару лет, не меньше. Я думаю, повесили сразу после того, как разделались с военными. Вот людям, наверное, было страшно. Сперва эпидемия, потом Федра, потом псы. Интересно, сколько согласилось примкнуть к этим ублюдкам ВОВ? Хороший вопрос. Так что будем делать с Лией? Выясним, что ей известно. Выясним, где остальные, видно будет. Спросишь, за что они его так? Да. Ты ничего нового не вспомнила из разговоров с Джоэлом? Ничего. А может быть, что он натворил такого, о чем ты не знаешь? Легко. Он многое держал в себе. Интересно, что думает Том? Он-то наверняка знает, с кем у Джоэла были счеты.
Что ты хочешь сделать? Застрял. Попробуй выпихнуть его с обочины. Ты что-то хочешь с ним сделать? Я сейчас вернусь. Я буду здесь. Нет, я сходила. Да.